то время, как космическое агентство одной очень большой и не очень солнечной страны, как в народе говорят, доедает остатки былой роскоши, космическое агентство другой, тоже очень немаленькой, но капиталистической страны, празднует 30-летие своего уже воистину легендарного телескопа Хаббл. Хаббл, напомним, является наиболее известной и результативной орбитальной обсерваторией из работающих на сегодняшний день. Он был запущен в космос 24 апреля 1990 года, и за три десятка лет работы на околоземной орбите провел 1 400 000 сеансов наблюдений. Суммарный объем накопленных данных составляет десятки терабайт. Они использовались для написания более 17 тысяч научных статей в области астрофизики и космологии. В частности, наблюдения, проведенные телескопом, сыграли ключевую роль в открытии ускоренного расширения Вселенной. Пока что, научная программа телескопа, которая уже неоднократно продлевалась, рассчитана до июня 2021 года. В общем, когда кое-кто кричит про батуты и уникальность своих технологий, этим ребятам стоит вспомнить этот самый Хаббл и задаться вопросом, а сделали ли мы что-то подобное или хоть приблизительно столь технологичное. Ответ очевиден. Не сделали, потому как казаться и быть это не одно и то же. В науку нужно вкладывать средства, а не войны и провокации по всему миру. Тогда будет и свой Хаббл, и свои марсоходы, а главное, настоящее, а не выдуманное уважение и признание в научном мире.